Краснодар, краевая клиническая больница номер 2, 30 марта 2017 года. Хирург Артем Бухтаяров проводит экстренную операцию. На столе Тенгиз Мамудян. Состояние больного тяжелое, у мужчины инсульт. Врачи торопятся извлечь тромб, который закупорил сосуд головного мозга. Пациент почти полностью парализован. Когда закрываются крупные церебральные сосуды, это просто смерть. То есть больные умирают буквально в первые часы или в первые сутки инсульта. Врачи не могут обнадежить родных Тенгиза Мамудяна. Все решит операция. У нас надежда была только на врачей. Тенгиз Канатович всегда много работал. Свой бизнес контролировал от и до. Но и домой возвращался с удовольствием. Тут его ждала семья. Жена Сильвия, двое сыновей и дочь. Дети подросли, но уезжать от родителей не захотели. А потом и внуки родились. Сейчас их семеро. Конечно, это у нас радость, что семья большая, это вообще. Для большой и дружной семьи Тенгиз Канатович построил этот дом. Вместе с супругой продумывали дизайн, до мелочей, так, чтобы глаз не отвести. На все хватало времени, только не на отдых. Но Тенгиз Канатович не чувствовал усталости. Я никогда не жаловался по здоровью, допустим, давление. Ничего со мной не случилось. Сколько, почти скажу, никогда не обращался даже к врачу, потому что всегда хорошо чувствовал себя. Глава семьи всегда вставал раньше всех. Нередко уходил на работу, пока все еще спали. В то утро он пошел на кухню сварить кофе и немного посидеть в тишине. С ночи сильно разболелась голова. Хотел подняться со стула, но не смог. Отказали ноги. На крик сбежалась вся семья. Жена кинулась звонить в скорую. Это мы проснулись от его голоса. Он кричал, он звал нас. Мы спустились, и он уже на полу был. Ноги, руки отняты, лицо искривленное. Вот это весь ужас. Дети все спустились и от наших криков, от наших этим. Мы думали, он или подскользнулся, или что-то. Мы не знали, что так серьезно. Потом уже увидели, что он не может вставать. Скорая, вспоминает Сильвия, приехала очень быстро, и 10 минут не прошло. Врачи практически не сомневались, у мужчины случился инсульт. Сразу поняли, что случилось, и начали работать быстренько, прямо очень благодарны им. Хорошая бригада была, нам повезло. Я только этот помню, когда мне скорую положили, все, больше ничего не помню. Дышать самостоятельно пациент не мог, врачи подключили его к аппарату. На машине скорой помощи помчались в краевую клиническую больницу номер 2. Там ждала команда реаниматологов и неврологов. Пациенту сделали компьютерную томограмму, а затем ангиографию головного мозга. Врачи искали тромб, который закупорил сосуд и вызвал инсульт. Инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения. Поражен крупный магистральный сосуд, который снабжает ствол мозга, дыхательные и двигательные центры. Существует угроза стволового инсульта, при котором пациент становится полностью обездвижен. То есть забивается мозговой сосуд, который вызвал инсульт. Что можно сделать вообще с этим пациентом? Можно ввести тромболитик, что делают неврологи, просто внутривенно, попытаться растворить его, разжижая кровь всего организма. Или другой вариант наш эндоваскулярный, когда мы можем зайти через доступ в артериях нижних конечностей, найти причинный сосуд, место закупорки его, что вызвало инсульт, и достать оттуда тромб при помощи специальных стент-ретриверов, ловушек. Вводить препараты или сразу вести на операцию? Времени на принятие решения было катастрофически мало. Состояние пациента было жизнеугрожающее. Возможно, пациент остался бы глубоким инвалидом, поэтому, учитывая всевозможные факторы, как то молодой возраст, быстрое развитие симптоматики, и было принято решение о проведении церебральной ангиографии, потому что это более эффективный в данном случае способ лечения пациентов. Тенгиза Канатовича стали готовить к операции. Родственники ждали. Каждые 5 минут выходили, нам говорили, что с ним, как он. Потом сказали, что у него тромбы, надо его сразу оперировать. Тревога очень сильная была, как бы очень сильно нервничали, прям в панике были, никогда не ожидали такого момента. Вот честно, не думал, что такое может с нами, с нашей семьей, там, с отцом может такое произойти. Ему очень плохо было. Он даже не слышал нас, у него судороги были ужасные. Когда его вели на операцию, мы его видели, возле лифта видели его. Он весь в проводах, на искусственном дыхании.
Несмотря на тяжелое состояние пациента, у него были шансы на полное выздоровление. В руках хирургов мужчина оказался вовремя. Как говорят, уложились в золотой час. Чем меньше времени прошло с момента заболевания, с клиники, да, тем лучше будет эффект от этой манипуляции от нашей. Быстрее восстановится, то есть мозг не пострадает, и мы быстро удалим тромб, и все восстановится на свои места. Хирург Артем Бухтаяров начал операцию. Ангиография показала, где именно находится закупоренный сосуд. Из него при помощи специального оборудования нужно было извлечь тромб. Доступ получили через артерию в ноге. Под контролем рентгена хирург ввел катетер, чтобы добраться до места закупорки. Когда ловушка достигла сгустка, ее вытянули назад вместе с прицепившимся тромбом. Быстро мы достали тромб с хорошим результатом. Ему просто повезло, что в течение обстоятельств что так вот сложилось. Это было в пределах 6-часового окна, даже меньше. Поэтому, в общем-то, такие хорошие результаты мы и получили. После операции пациент нуждался в покое и постоянном наблюдении. Мужчину отвезли в реанимацию. Первый день вообще ничего не говорили. Говорили, что все плохо и все. Самых маленьких членов семьи в больницу не брали. Они ждали известий дома. Все сидели в эти дни тихо, вспоминает старшая внучка Нарине. Не хотелось ни играть, ни шуметь. Мы все очень волновались. Дети, некоторые плакали. Для нас это был шок. Я молила Бога, чтобы он поскорее выздоровел и вернулся домой. И каждые 5 минут звонили нам туда, в больницу. И здесь то же самое. Вообще очень переживали. Наконец, Тенгиза Канатовича перевели в обычную палату. Родным разрешили свидание. Они были потрясены. Всего пару дней назад близкий человек умирал на глазах, а теперь выглядит абсолютно здоровым. Достаточно было много людей. Они все ходили, благодарили всех врачей, которые проводили, потому что пациент был без сознания. И когда была проведена ангиография, селективный тромболизис, то пациент буквально через 4 часа пришел в себя, начал разговаривать, общаться с нами. И на следующее утро был совсем другим человеком, то есть обычным. Когда мы это посмотрели на него первый раз, у него работает рука, нога, мы сами глазам не верили, что это он. У него все парализовано было. Это потрясающее ощущение, когда ты помогаешь пациенту так кардинально исправить его состояние. Когда мы пришли и стали спрашивать пациента, как вы себя чувствуете, он говорит, хорошо. Иногда пациенты не понимают, что с ними случается и что мы сделали для них. Родные вздохнули с облегчением. Жизни главы семейства больше ничего не грозило. Уже надежду нам дали, сказали, все у него будет хорошо, только надо вот этот послеоперационный период переждать и все. Они обрадовались после реанимации, чувствовали это самое, чтобы все со мной хорошо получилось. Медики спасли мне жизнь. Для нас это радость такая была. Честно, изначально очень были, скажем так, взволнованы, не ожидали. Но слава Богу, что все хорошо, все обошлось, все позади. Благодаря врачам, благодаря медицине на сегодняшний день, я думаю, что это очень многого значит. Скорая помощь. Когда везла пациента сюда, уже сообщили о том, с чем едет пациент, и уже были все готовы. Это первый этап. Дальше это исследование, которое провели и подтвердили диагноз. Следующий этап – это вот профессиональный подход и удаление тромба. Следующий этап – это реабилитация. И результат – пациент, в общем-то, абсолютно социально адаптирован. В медицине только команда может решить проблему, только команда может добиться успеха. Это в полной мере относится ко всем участникам команды. Я лично себя могу и своих близких полностью доверить команде. Я считаю, что команда работает блестяще. Через неделю Тенгиза Канатовича выписали из больницы. В дом опять вернулась жизнь. Он ушел своими ногами. Родственники помогли только вынести вещи, а так он ушел своими ногами. Мы выбежали из дома, все накинулись обнимать, целовать, все радовались. Много родственников, много людей, очень много людей переживали за него. Очень много людей. Ну, конечно, все было как положено. Дети ждали его с нетерпением все. В большой семье все принято делать вместе. И фильмы смотреть, и гулять, и даже на стол накрывать. Подрастающая мужская половина тоже не остается в стороне от домашних дел, охотно помогая взрослым. Семья, уверен Тенгиз Канатович, это не просто люди, живущие под одной крышей. Это особая связь, которая в трудные времена становится еще прочнее.
Вот это сильная поддержка была по моим сыновьям, супругам, всем, всем. Они поддерживали меня, возле больницы стояли, сутками ждали, как я спасу. У нас всегда вот семья дружная, как бы мы всегда куда-то вот ездим масштабно так, всей семьей, там то природа, то на море, там у нас всегда так веселая компания. Любят в этом доме просто посидеть за одним столом, обсудить планы, попросить совета у близких. Причем право голоса есть даже у малышей. Главное не возраст, уверен Тенгиз Канатович, а характер. Опа! Красавчик! Тенгиз Канатович считает, что родился заново. Он был на грани жизни и смерти, а сейчас ему даже лекарства не нужно принимать. Что слабо было, но постепенно она уже... Сейчас вообще хорошо, уже месяц-полтора прошла, хорошо чувствую. Конечно, себе здоровье желаю, всем желаю, семье, чтобы все здоровы были и счастливым были, никогда не болели. Близкие, в свою очередь, пристально следят за здоровьем главы семейства. Малейшее недомогание – все тут как тут. Мы за ним по пятам, чтобы это больше отдыхал, не нервничал, самое главное. Внук Аркадий недавно принял судьбоносное решение. Подростку и раньше нравилась биология. Но после того, как врачи спасли дедушку, понял окончательно и бесповоротно, в чем его предназначение. Поставил точку в своей жизни, то, что стану врачом и никем больше.